Привет всем, с вами ваша Silver Butterfly, серебряная бабочка. Покажу вам сегодня так называемый perfume haul. По-английски perfume haul — это значит по-русски парфюмерный улов. Это все, что я сделала за последние два дня, но это я растянула удовольствие на много видео, и я в принципе уже создала одно видео, но это будет как бы радостно-печальное видео про Леди Гагу. Увидите в отдельном номере. Единственное, что скажу, что аромат классный. Потом я купила такой вот набор. Здесь 4 агента-провокатора. И они немного... Вот эти два я думала, что одинаковые, но, по-моему, они отличаются. Я их пока не буду распечатывать, и потом вам скажу. Такие самые или же немножко разница. Но так как этот золотой-то у меня уже есть, я очень хочу попробовать синенький и вот эти два классических. Так, что я еще купила? Кстати, вот этот вот агент-провокатор, да, Lace Noir, летом он меня немножко давил, да, а сейчас в холод. Но вот это самая классная пора. Покупайте его в октябре-ноябре, и будет вам счастье. Кстати, вот они и стали его усиленно продавать именно в это время. Также я купила агент-провокатор Aphrodisiac и Femme Fatale. На оба аромата я уже сделала обзор. Так что будете ждать в следующем клипе, в каких-нибудь там следующих клипах. Что там еще у меня? Ну, вот эти вот пробники, это еще не все. У меня там завелся новый ангел красный, за которым все гоняются. Еще что-то есть. Я даже начинаю уже забывать, что вообще криминал. И я хочу просто открыть вот эту вот коробочку при вас. Это мой любимый Juicy Couture. От Juicy Couture. Один из самых первых, если не самый первый. Сейчас я отодру этот логотип. У меня уже есть такой, я вам говорила, 30-ка, а это 50-ка. Так, сейчас. Торжественный момент. Это самые приятные звуки, наверное, да? Как для кошки звуки, когда открывают корм, а для такой кошки, как я, когда открывают коробочку. Или для таких кошек, как вы. Так, теперь я не могу это вытащить. Ну что это такое? Сейчас. Вытащила. Такую красотульку. Такой аромат я уже отвезла сестре. Одну 30-ку оставила для истории, для коллекции. И вот использовать именно вот эту вот 50-ку. Я его обожаю. А когда-то вообще вот проходила мимо, для меня было так вот дико, как это я могу какой-то там Juicy Couture пользоваться, когда я должна была нацелиться только на дорогие ароматы. Ну что? Все-таки какой он классный. Когда я его наношу, вот он приносит настроение. Оно мне немножко было подпорчено. Вот буквально немножко дойцов. И потом бац, его так подняли. Корона это. У меня, кстати, есть видео, называется «Ароматы с коронами». Или ароматы короны. И там у меня Мадонна, вот это, еще что-то, я же не помню. Только сейчас вот я начала вот это играться и вспомнила. Для меня это такой виноградик, какой-то вот сладко
приятный сорт винограда, но не приторный и в то же время не кислый. В нем все в меру, когда хочется его есть, 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 вот, и никогда не хватает. Даже лучше, чем вино. Хотя кому как. Это белоцветочный, фруктовый, цитрусовый, сладкий, амбровый, ванильный. Все как есть. В маленьких дозах и так и надо. Слива. Это я обожаю. Ваниль я обожаю. Мандарин обожаю. В общем, все, что есть. Жимолость очень люблю. И сандал. И немножко даже грейпфрута. Наверное, грейпфрут там отвечает для вот такой вот горькой кислинки, которой мне иногда не хватает в сладких ароматах. А здесь все так, как надо. То, что доктор прописал. В общем, если у вас такие есть, у нас бывают набегами. Вот этот Juicy Couture, классная вещичка, дешевая. Все, я побежала. Всем всего хорошего. Пока-пока. С вами была Силва Баттерфлай, серебряная бабочка.